Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Смешанные. После катастрофического свидания вслепую родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном – они не хотят больше видеть друг друга никогда. Полагая, что их знакомство окончено, обе семьи пользуются удобным случаем и отправляются в идеальный отпуск с детьми, а оказываются в одних и тех же гостиничных апартаментах на роскошном южноафриканском курорте аж на целую неделю. «50 первых поцелуев» 2004 года. Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему придется влюблять в себя Люси каждый день. История вечной любви 1998 года. Это не банальная история Золушки, которая знакома всем с детства. Для своего 16 века Даниэлла явление уникальное. Она не только привлекательна, но и по-мальчишески ловка и энергична. Обладая острым умом и чувством независимости, Даниэлла не ждет, когда принц ее выручит. Напротив, она сама приходит к нему на помощь и даже в нужный момент спасает ему жизнь, перенеся на своей спине в безопасное место. И уж если ей приходится прибегнуть чьей-то помощи, то помогает ей не добрая фея, а самый настоящий Леонардо да Винчи. Однако хрустальные туфельки Даниэла действительно надевает. Инопланетянин. Инопланетянин, телом похожий на черепаху без панциря, а мордочкой одновременно на мопса и Альберта Эйнштейна, прилетел на Землю с мирными намерениями в составе научно-исследовательской группы. Специалисты из НАСА заметили приближение летающей тарелки и посчитали, что просто обязаны отловить хотя бы одну из инопланетных тварей. Несчастные существа были вынуждены ретироваться настолько спешно, что забыли захватить одного из коллег. Земной мальчик Эллиот, а также его брат и сестра, которую играет 7-летняя Дрю Берримор, преодолевая отвращение к неприятно выглядящей твари, спасают ее. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!